Я хотел бы проповедовать сегодня на тему «Поглощающее помазание». Помазание имеет много оттенков, много разных характеристик. Помазание учит нас, что нам делать, чего не надо делать. Помазание обличает нас. И мы можем раскаиваться в своих грехах. Потому что чувство вины перед Богом сайут, дает прещал, Дух Святой. То дает Святой Гарс. Дух Святой. Святой Гарс. Это Дух премудрости, откровения и ведения. И без Духа Святого без вряд ли бы мы хоть одно откровение бы увидели в Слове Божьем. И вот еще одна характеристика. Еще одна грань. Что такое помазание? И чем оно обладает? Помазание – это большая воронка, которая увлекает все, что попадается на пути. То есть поглощает. Само слово «поглощение». Я вот повторял сам себе десятки раз это слово. Поглощающая сила. Тот, кто поглощается, tas, kurš tiek aprīts, тот теряет себя. Tas zaudē sevi. Побеждает тот, uzvar кто tas, поглощает. Kurš aprī. Поглощение, само понятие. Давайте pat šis jēdziens. Попытаемся представить, что такое iztāloties. Поглощается. Kas tas ir, tiek поглощение. Aprīts. Поглощающее помазание. Svaidījums, kas aprī visu. Вы видали когда-нибудь? Jūs удава, redzējāt kādreiz большого удава. Lielu žņaudzēju čūsku. И перед собою кролик. Un viņa priekšā trusis. Удав поглощает кролика. Чувска, апри, труси. И поглощение лишает кролика. Un aprīšan atņem trusim. Его индивидуальности. Viņa individualitāti. Его характеристики. Его статуса. Viņa statusu un raksturības. Что такое поглощение? Tas ir aprīšana. Поглощение – это трансформация. Aprīšana, tas ir transformācija. Был в одном качестве. Би вена квалитате. Оказался совершенно в другом Donald, качестве. Он пилник цита квалитате. Другая иллюстрация. Цита иллюстрации. Вокзальная. Стация. Человек поглощает беляш. Цилвакс апри беляш. А чего морщитесь? Куюш вебетес. Я как-то ехал, стоял на светофоре брал, сказал, и светофор видел голодного мужчину. Ужасает. И он разглядывал беляш как свою добычу. И он искал, с какого бы бока но кур сана начать поглощение. Сакт апришану. Слюни текли. Съехал с ТЦ. И падали на галстук. Он критил скакал сайт. И беляш чувствовал последние мгновения своего привычного статуса. Потому что пройдет еще немного времени, и беляш превратится в СНГ. Поглощение – это всегда катастрофа для тех, кого поглощают. Аллилуйя! Так вот, помазание, tad, lūk, svaidījums, оно тоже как удав. Viņš arī kā žņaudzē čūska. И это помазание очень часто смотрит на šis нас. Svaidījums bieži skatās uz mums. Своим пронзительным оком. Ar savu aci. И согласитесь, очень часто перед un этим помазанием bieži šī svaidījuma priekšā мы становимся кроликами. Mēs kļūstam kā truši. И мы бы не хотели. Mēs negribētu. Но есть магия. Bet ir magija. Есть определенный магнетизм. Ir noteikts magnetisms. Есть какое-то просто движение. Ir kaut kāda kustība. Когда ты сам не знаешь, что это такое. Kad tu pats nezini, kas tas ir. Но ты идешь туда. Bet tu eji uz turieni. И тебе хочется. Un tev gribas. Хотя хочется рвануть назад. Un gribētos skriet projām. Но что-то здесь вот такое сверхъестественное охватывает тебя. Atņem tevi. Захватывает. Sagrāb и увлекает tevi. Туда. Un aizrauj uz turieni. Пророк однажды говорит, ты влёк меня, ты вилинай мани, и я увлечён. Un es esmu tevi saizvināts. Огонь горел в костях. Uguns dega manos kaulos. И я сопротивлялся. Un es pretojos. И я подумал, не буду ни говорить, ни проповедовать, ничего не буду делать. Neko nedarīšu. Я попробую преодолеть pārvarēt это влечение. Šo vilkmi. Но говорит, не устоял.
nenostāvēju. Kad Bogs начнёт на нас, kad Dievs sāk skatīties uz mums. Kad Dūks Svētoj начнёт nas, gars sāk imēt vidū. Domā par mums. Kapitulirūt samai hrabri. Kapitulēs visdrosmirdīgākais. Так что, братцы, кролики. Tāpēc, brāļi, druši, mums visiem nāks eksperiment, paklausīšanās. Lielu eksperimentu, aprīšanas eksperimentu. Я знаю, что здесь есть очень многие думаю, смелые зайцы. Они сопротивляются. Они говорят, нет, сказал, нет, нас не дурачишь. Не пьем, мы достаточно умны. Эй, таких умных, знаешь, сколько уже поглощено. Зинят, вы знаете, когда такой зинят. Умный кролик под названием Савл. Он был не просто так, навороченный кролик. Но когда по пути встал вот такой, да. И он такой смелый, аж с коня упал. Кто-нибудь с коня падал? Нет? Все впереди. Значит, не было еще достойных нормальных встреч. И куда он девался? Такой смелый. Такой пушистый. Какой? Пукайнц. И сразу пукать начинает. Когда увидите, возопьет даже самый храбрый, сак, свайманат, включится этот механизм пукаяс. Как там по-латышски, Оскар? Пукаинс. Во, я что говорил? Даже все самые смелые кролики начнут. Но это перед поглощением. Сейчас перед поглощением. Чтобы легче входить, потому что там объемы такие. Аллилуйя! И ничего страшного нет, друзья. Потому что когда Дух Святой поглощает, друзья, это на самом деле трансформация нашего естества в лучшую сторону. Друзья, я гарантирую вам, это поглощение в лучшую сторону. Поглощение будет нас трансформировать в лучшую сторону. Амин. И смотришь, такой смелый шел, с письмами разными, дышал угрозами, то есть чесноком несло от него сильно. Угрозы, когда-нибудь грозно видали. Такой, как это, неумирущий чахлик такой. Я вас! Упс! И вдруг от него ничего не осталось. Господи, а что делать Кумс, теперь? Кулай дар тагад. Уже не знаешь, что делать? Не знаю, куда дарить. Друзья, когда тебя поглощает помазание, это помазание поглощает твои планы и нейтрализует весь твой потенциал. И ты становишься как чистый лист бумаги, как новорожденный ребенок. Папирс, а что делать? Я научу тебя ходить. Es tev iemācīšu другими staigāt путями. Citus ceļus. Я научу тебя es iemācīšu tev domāt другими мозгами. Ar citām smadzenēm. Когда Дух Святой поглощает, он нейтрализует все негативное и проклятое. Я вывел вот какую формулу. Es lūk kādu formulu atradu. Чем больше ты поглощен Божьим благословением, в такой же степени ты исторгнут из дьявольского проклятия. Насколько я поглощен, настолько я исторгнут. Насколько меня поглотило благословение, ровно настолько меня исторгло проклятие. Мы с вами странные люди. Ни рыба, ни мясо. И к Духу Святому трезвенники. Un pret Svēto garu esam skaidri. И к алкоголю пьяницы. Un pret alkoholu esam dzēra. То есть тоже трезвенники. Arī skaidri. Не горячий, не холодный. Karsts, ne auksts. А кто ты? Kas tu esi? Из нового поколения. No jaunās paaudzes. И не грешит на 100%. Negrēko uz 100%. И Богу не служит на 100%. Un Dievam nekalpo uz 100%. А вот такой гибрид. Tāds hibrīds. Mutant. Mutants. Руки и сало. Un speķis. А голос? Bet galva. Голос, как у Бенедикта. Bet balss, kā Benedikta. Так кто ж ты? Kas tu esi? Так что за чудо здесь? Kas клонированный, наверное, человек. Клонец, cilvēks, laikam. Да не клонированный. Nē, nav klonēts. Уродик. Kroplītis. Недоделанный. Мы должны, друзья, стать Mums, draugi, чем-то определенным. Согласитесь, а? Мы должны
Принять решение, либо пусть грех нас поглотит вот от темени головы до подошвы ноги, либо пусть Господь поглотит нас, чтобы мы до мозга костей были абсолютной собственностью нашего Господа. Вы со мной? Закричите «Халлелуя!» Я хочу быть кем-то. Бог говорит, если служишь Богу, ну служи, пожалуйста. Святой, пусть освящается. Беззаконие. Пусть творит беззаконие. Но только не смешивайте. Братья и сестры, до церкви же мы знаем, это правило было. Главное не смешивать. Кто меня понимает, смеется. А кто не смеется, злится. Не смешивайте. Не сайалце. Вы знаете, Господь всегда любит целостные натуры. Позволь Богу пропитать тебя вот просто полностью. А мы вот такие полусвятые, полугрешники. Круто, да? В церкви мы типа святые. Да и то у каждого своя какая-то роль. Иногда они здесь, как мирские, а в мире, как праведники. Надо быть везде одной личностью. Знаете, вот эти люди, которые позволили себя поглотить кому-либо, они являются личностями, за которыми идут миллионы. Вы со мной? Так вот, давайте прочитаем это место. Помазание имеет качество поглощать. Поглощать. 2 Коринфянам, 5 глава. 4 стих. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое и создал нас Бог, дал нам залог Духа. Мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься. Мы стонем и страдаем, потому что не хотим совлечься. Мы хотим облечься, но не хотим совлечься. Хотим все и сразу. Но отдавать ничего не хотим. Когда блудный сын пришел к отцу, прежде чем облечься, ему надо было совлечься. То есть, для того, чтобы одеть новую одежду, нужно старую снять. А здесь Павел говорит, а мы не хотим совлечься. Смотрите, Павел подчеркивает наш характер. Нам не хочется расставаться со старым, и в то же время мы претендуем на новое. Вы понимаете, какая философия? Поэтому мы воздыхаем под бременем неразрешимых задач. Но в то же самое время мы понимаем, что все смертное должно быть поглощено жизнью. No dzīvības. Бог нас на это создал. Dievs tādēļ mūs ir radījis. Я создан, ты создан. Es esmu radīts, un tu esi radīts. Мы рождены свыше для одной цели, чтобы все смертное было поглощено жизнью. Dzīvība pārņem visu, у жизни есть качество. Dzīvība ir īpašība. Поглощать. Aprīt. Поглощать. Aprīt. Ты скажешь, подожди, что такое жизнь? Pagaidi, kas ir dzīvība? Окей. Жизнь. Иисус Христос говорит, я Иисус, путь, истина и жизнь. Позволь Иисусу поглотить тебя. И тогда все смертное будет уничтожено. Друзья, Drauги, перед поглощением мы с вами ходим в одном качестве. Мы болеем, мы страдаем, грехов выше крыши, амбиций выше крыши. Наш любимый характер. Не знаю, как у жирафа вот такой вот позвоночник высокий. И мы думаем, Господи, благослови нас, благослови. Господи, благословение идет только одним путем. Через поглощение. Бог, только не это. Ходи, жираф, дальше. Дух Святой хочет охватить нас и поглотить. Знаете, как вот огонь
охватывает дерево. Вот, вот, вот что такое еще одно понятие? Поглощение. Вот когда огонь охватывает тебя, то огонь сжигает вот это все смертное, вот это все проклятое, все, что мешает нам. С другой стороны, пророк однажды пишет в одном месте, он написал, что я чувствовал себя как человек, которым овладело вино. То есть, когда Дух Святой охватывает человека, естественно, он лишает человека его собственности, его индивидуальности. И внутри что-то происходит, какие-то большие-большие перемены. Дух Святой меняет наши все характеристики. Так же, как вино захватывает человека и меняет все его характеристики. Он становится добрым и раздает деньги. Ему не жалко денег. Он смелый. Впереди 10 человек. И он на всех идет. А ну-ка по одному. Он не боится. Мчится машина. Он даже не смотрит. Он победил страх. Он не боится тьмы. И главное, что они все просыпается чувство коллектива, дружба. Он сразу второго, третьего ищет. И говорит, где двое или трое? И все, характеристики меняются. И, друзья, Дух Святой, он как раз обладает этим качеством. Я стою перед задачей. Я сейчас, друзья, к чему это говорю? Когда идет помазанная молитва, проверяя степень поглощения. Хотя практически каждый из нас отмеряет свою меру. Или ты по щиколотку идешь, погружаешься, то есть позволяешь Духу Святому. Или по пояс, а иногда контролируешь. Подожди, подожди, я же должен смотреть, что здесь вообще дальше творится. Помазание растет. Подожди, подожди, подожди. А жена что делает? Она на меня смотрит. И смотри, хватит контролировать себя. Давайте хоть однажды просто отключим вот этот вот контроль и нырнем в этот поток и скажем, пусть этот поток поглотит меня. И вы знаете, мне кажется, там в глубине нас ожидает барьер, после которого начнется совершенно новый духовный опыт. Амин. На сие самое и сотворил нас Господь. Я, друзья, буквально уверен. Я уверен, что Дух Святой, помазание, как власть, поглощает всякую другую власть. У нас есть внутри власть нашего характера, власть нашего проклятия. У нас есть свое мнение, оно тоже власть. Вообще-то плоть — это тоже власть. И там внутри у нас такая мощная позиция. Такая мощная позиция. Но, друзья, я знаю, что когда помазание сходит, и я открыт для него на все 100%, то это означает, что вот это помазание, оно, поглощая меня в целом как человека, нейтрализует и ликвидирует все эти энергетические источники, которые мешают мне жить. То есть помазание Svaidījums. Это как река. На реке бывают иногда воронки. Так вот, это поглощение как раз и происходит в момент, когда воронка тебя захватывает. Другими словами, это энергетическая воронка, которая поглощает все, что встречается на пути. Поглощение — это искусство. Так как в любви, друзья. Если ты готов отдаваться на все 100, ты знаешь, что такое кайф. Если ты не знаешь, что такое отдаваться на все 100, ты не знаешь, что такое удовольствие. Поэтому и жизнь в семье, и в браке может быть скучной, религиозной, тупой, которая доходит вообще даже до развода. Ведь что такое настоящее счастье? Это отдача без остатка. Это когда жена уже не властна над телом, она просто поглощена в эмоциях, или в ощущениях, или в любви, в страсти своего мужа. Сколько таких жен?
Не буду спрашивать, поднимите руку. Не яуташь, поцелуй друг. Избави Бог. Пасарк Девс. Сама можешь ему ответить. Паши самым вином. И в то же самое время, друзья, лайка, драуги, вот здесь можно и проверять свою религиозность или настоящую любовь. Вы истинно милости. Или муж, скажем, жена, сия, кувыркается, творит кулиньо, новая тварь, и да, всякие там вот такие фокусы. А ты говоришь, мне это не нравится, а вот это мне нравится, а вот это перестань делать, вообще выключи свет. А куда нырять? Ковыркайся под одеялом. Можно, конечно, это делать. Но есть, друзья, в любви особенный кайф, когда ты просто погружаешься и поглощен на все 100. Вот это и есть, друзья, духовный ключ к большой энергетике и к большим благословениям. Амин. Вот эту грань, которая всех нас пугает. Мы настолько рациональны. Мы настолько прагматичны. Мы хотим все контролировать. Друзья, если мы хотим контролировать, это значит, мы не доверяем Богу, который сказал, я все проконтролирую. Успокойтесь, я все проконтролирую. Амин. Поэтому, когда мы прославляем и чувствуем, тут приходит помазание, захватывает нас, мы вот отсюда доходим, а потом, Господь, хватит. Я хочу видеть, что там дальше. А попробуйте нырнуть дальше и сказать, а что там было, так не гулять-то гулять. И вот здесь-то, друзья, начинается настоящая жизнь. Вот здесь-то меняются наши характеристики. И мы отдаемся Богу, и Бог проводит полнейшую перетрубацию в нашем сердце, в наших мозгах, и мы от этого получаем кайф. Скажите, пожалуйста, контролирует ли себя наркоман, когда загоняет себе вот здесь дозу? Ну что он будет контролировать? Они, единственное, чем они рискуют, овердоз. Ну когда христиане рисковали передозировкой? Христиане всегда страдают недозировкой. Там каких-то 0,5 куба. Ой, Господи, хватит, а то умру. Да все бы легко вздохнули бы. Велика потеря. Друзья мои, я просто к чему вас провоцирую? Я вас провоцирую на увеличение дозы. И просто гарантирую вам, что Библия никому еще не грозила передозировкой. В присутствии Божьем еще никто не умер. Вы со мной? Поэтому не бойся. Вот без него-то мы умрем. А с ним никогда. Потому что он есть жизнь. Итак, поглощение. Поглощение. Я не знаю, когда мы молимся. Сегодня здесь было такое сильное помазание, такая была энергетика. Друзья, это просто круто. Я просто советую всем музыкантам, всем вокалистам, всем танцорам, в церковь. Ну не ограничивайся, не надо себя контролировать. Ну позвольте Духу Святому охватить вас, поглотить вас. И вы перестанете быть кроликом. Вы перестанете быть сам. Вы перестанете быть грешником. Когда Дух Святой поглощает, то все смертное уничтожается, все греховное уничтожается, болезни уничтожаются. Дух Святой восстанавливает божественную природу в нашем естестве. Ибо если Дух того, кто воскресил Иисуса Христа из мертвых, будет жить в нас, Он оживит наши смертные тела Духом Святым. Воздай Господу славу. А попробуй молиться на языках сейчас. Попробуй отдаться этой молитве. Кремам пламары сатария. Мерама сапропале катоя. Келелелеле. Лерама сатая. Шигалабама бабрама толарея. Гея саматами саплея. Кла мису пребаба кибо проба сатаная. Кел. Гей яма сатома. Гей яма сакатама. Альмина мисама. Альмина мисама ла-ла-ла. Ой, закричи, Господь, поглоти меня. Дух Святой, поглоти меня полностью. Забери меня, возьми меня.
Охвати меня огнем! Ва якума ле манурисай! Ирма мама мама сукатая! Я румасара! Я румасая! Я румасая! Ирма сакле барабасадера брагеталая! Аллилуйя! 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 Друзья мои, старайтесь каждый раз отсчитывать очередную тысячу локтей. Мы столько времени вот так ходили. Потом чувствуем, что уже вот так. Давайте идем дальше. Давайте пойдем настолько далеко, пока поток не захватит нас. Я не знаю, я вспоминаю эти служения как самые светлые случаи моей жизни, когда у нас вот здесь была вот сцена, я помню, какое-то служение было. Я лег на эту сцену, вся церковь настолько отдалась этому движению. Не знаю, про какую-то... О Духе Святом я тоже говорил. Я просто почувствовал, как будто это большой корабль. И как будто это палуба, и внизу какие-то дизеля такие работают. Я думаю, вот уже все, не ведешь... Уже в микрофон не говоришь, а уже Дух Святой несет. Друзья, у нас до сих пор пока еще поводок, пока вот пока микрофон в руках, пока есть приказ, мы идем. Это столько послушно, что просто обалдеть. А ты пройдешь стакан, выпьешь это самое, глоточек, сможешь, дизеля умолкли. Мы должны, друзья, здесь почувствовать, что Духу Святому надо отдаваться смелее. А еще скажу, этому надо тренироваться не только в среду на Ирловос. Там надо тренироваться не только в трешдень день на Ирловос ела. А это нужно делать в своей тайной комнате. Своя слабная истеба. Хочется танцевать, танцевать. Рибас дает, дает. Хочется орать. Рибас клект. Хочется бегать по потолку. Рибас скрайдить по грязным. Скрайди. Хочется тебе драться с кем-то. Рибас каудес аркаду. Дерись. Каудес. Хочется тебе петь. Рибас деда, деды. Кто тебе мешает? Не ограничивайте Духа Святого. Святого гару. Потому что я знаю, что каждый из нас иногда испытывал эту дикую страсть что-то сделать. И мозги тупые стоять. И стоишь до сих пор. А вот если бы перешагнул границы, пошел бы дальше. Друзья, мы должны быть дикими в Духе Святом. Мы должны быть смелыми в Духе Святом. То есть к чему? Помазание имеет поглощающий эффект. Не мешайте Духу Святому поглощать вас. Не мешайте Духу Святому охватить вас и захватить вас. Амин. Шинда алеме тума хайнта могру матера. Эй! Трезвенники. Давайте прочитаем еще несколько мест Священного Писания. Я, конечно, понимаю, я из баптистов, но вы-то откуда? Я знаю, что нас, баптисты, короче, перестроили, короче, там атрофировали нас, кастрировали. Но из мира человек приходит и то себя контролирует. А вас какие баптисты кастрировали? Вас-то кто там это самое запрограммировал? Думаю, вот бесы религиозные, они не только в церквах живут. Они и в ночных клубах живут. Они живут и везде в мире. И превращают женщин в русалок. С такими холодными глазами. А там внизу хвост. Бог хочет, чтобы огонь пришел в нас. Амин. Женщина, она говорит, завяжите, а? Плохо. Сликти. Вспомните, когда вы рожали. Попробуйте сейчас это сделать. Так это издарит. Бенс Дэвис Трис. Мужчины, а ну-ка вы попробуйте. Береж, так это юз. Раз, три. Бенс Дэвис Трис. Женщины, теперь вы. Севец. Мужчины. Береж. А теперь вместе. Вот уже лучше. Я лабак. Вот уже намного лучше. Я дал злабак. А вот теперь возьми своего соседа за две руки и скажи, давай сейчас пару минут оторвемся как следует, а? Нет, за две руки, берите за две руки. По парам, по парам, по парам за две руки.
Вот так, вот так, да. И попробуйте оторваться по полной программе. Разбей религиозный вопрос. Я вам откровенно скажу, мы устали от этого рабства, от этого бесконечного самоконтроля и внешнего контроля. Мы устали угождать людям, говорить то, что надо говорить, сидеть, как надо сидеть, молиться, как правильно. И от этой роли мы устали. И где Дух Господень, там всегда свобода. Нам нужна позарез свобода. Разрушай всякий контроль. Разрушай всякие плотские амбиции. Разрушай! Где Дух Господень, там свобода! Первая Царь, 10 глава. И вообще я советую вам, братья, сестры, будьте разрушителями всякого контроля. Потому что контроль от бесов. И контроль это какие-то такие цепи, которые тебя кто-то хочет заковать. Ты устаешь от этого. Ты как вампиризм, из тебя кровь пьет. Ты не знаешь. Быть самим собой Бог дал нам право изначально и от самого рождения. Амин. Свобода – это то, чего жаждет каждый ребенок, каждый мужчина и каждая женщина. Знаете, к чему у нас вот этот тренинг идет? Это идет к тому, что человек, который способен отдать себя в распоряжение Духу Святому и позволяет Духу Святому поглотить себя, он может иметь способность поглощать всех людей. Если ты не способен себя отдать Духу Святому, Дух Святой никогда тебе людей не отдаст. Ты будешь трезвонить, орать до хрипоты, биться об головой, об стенку, а толпа тебя слушать не будет. И ты будешь кричать, что вы религиозники? Нет. Вот ровно настолько, насколько ты поглощен Духом Святым, настолько Дух Святой будет поглощать твоих слушателей, твоих зрителей, твою церковь, твою ячейку и твой район. Вы со мной? Другими словами, насколько твой шлюз открыт, настолько Дух Святой будет влиять и действовать на твоих слушателей и зрителей. Давайте посмотрим, вот как раз этот момент. Момент поглощения. Речь идет о Сауле. И взял Саул сосуд с елеем и вылил на голову. Поцеловал и сказал, вот Господь, помазывает тебя. В правителе наследия своего.
и говорит, что он должен сделать. Меня всегда прельщает здесь один только стих. Пятый. После того, когда ты придешь на холм Божий, где охранный отряд филистимский, и когда войдешь там в город, встретишь сон пророка, сходящих с высоты. Перед ними псалтырь, тимпан, свирель и гусли, и они пророчествуют. И найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком. Когда эти знамения сбудутся с тобой, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобою Бог. Итак, первое. Здесь Господь учит нас именно этому правильному отношению к Духу Святому. Во-первых, сон пророков. Помазанные левиты, музыканты, они пророчествуют. Я чужой для мира. Они пророчествуют, царством овладеют святы. Они пророчествуют, Божьи небеса. Они пророчествуют, что я захвачу еще с собой кого-то. Если ты хочешь стать иным человеком становится личность после поглощения. Вы со мной? Если я хочу стать иным человеком, я должен позволить Духу Святому поглотить меня. А что это означает? Я должен раствориться в этом пророческом сонне. Если они пророчествуют, я пророчествую. Если они кричат, я кричу. Если они молятся на языках, я молюсь на языках. Я открыт для Духа Святого. Вы со мной? Запомните, человек, который знает, что такое сильный крик, он открыт для Духа. Крик – это открытые двери для Духа. Молчащего человека не пробьет ни дьявол, ни Бог. Молчащий человек – это закрытая крепость. Но когда человек кричит, в крике рождается победа. В крике рождается победа. И здесь, смотрите, чтобы стать иным человеком, необходимо позволить Богу поглотить тебя. Поглотить тебя. Я понимаю, что иногда мы были во Львове. Какие там были дни. Нам сказали, что там религиозные твердыни, родина епископов, бандеровцев и недобитых фашистов. И что вас там ожидает зима, пурга, сугробы, и вы вообще там не пробьетесь, куда мы едем. Мы приехали туда. Но, друзья, что там нас ожидало? Там ожидали нас тропики. С первого служения. Я не знаю, это было... Андрей, ты помнишь, это было что-то невероятное. Вот именно Дух Святой. Почему приходит Дух Святой? Люди там постились, молились, ждали. Мы приехали вместе, в одной команде. Часть музыкантов были из Украины, часть из Латвии. Но когда началось прославление, растаяли все сугробы. В чем, друзья, в чем здесь... секрет успеха, когда служитель, левит, инструменталист, вокалист отдается во власть Духа Святого, он высвобождает такое помазание, которое поглощает всех. Здесь никого не обманешь. Насколько ты отдаешься Богу, настолько люди отдадутся в твою власть. Здесь просто очень просто. И этот очень важный принцип. Господь говорит, ты станешь иным человеком, начни делать все, что ты хочешь. С тобой будет Бог. Если ты открыт для Духа Святого, Бог будет с тобой на любом месте. Амин. Когда у нас был терновый куст? Когда у нас был терновый куст в доме конгресса? Там люди были разного сорта. Там никто не заставлял. Давайте молиться, давайте. Все сидели. Ясно, что большой процент был наших людей. Но это была другая территория. Но же вы видели же. Каждый человек нейтральный, чужой. Они все сидели, и они все держали
мокрыми глазами. Viņi visi sēdē, они все ощущали энергетику. Я просто знаю одно, друзья. Zinu, если мы это не вкусим, мы проиграем. Mēs zaudējam. Сегодня побеждает тот, кто знает, что такое энергетика, что такое помазание и что такое Дух Святой. Иной человек – это человек духовного авторитета, духовной власти. Именно на таких людей Господь будет ставить. Аминь. Когда поглощение, Господи, научи нас молиться, научи нас двигаться вот в этом помазании. Я не хочу уже дальше двигаться, читать по древним историям. Я просто одно хочу сказать, друзья. Когда ты помазан Духом Святым, когда у тебя внутри потенциал духовный, то обстоятельства временно могут поглотить тебя. Знаете, есть такой нонсенс, объясняю очень просто. Когда ты открыт для Бога и поглощен Духом Святым, это не означает, что тебя временно не могут поглотить обстоятельства. Это не означает. Но какие здесь есть преимущества? Если ты полон Духа Святого, то смерть не сможет удержать тебя, и она исторгнет. Слову «поглощение» противостоит еще одно слово, как альтернатива – исторжение. И я знаю, что степень поглощения определит степень моего исторжения из проклятия. Посмотрите, Павел и Сила, они были полны Духа Святого. Они славили Господа в полночь. Узники все слышали. И кто-то говорит, ну вот, и что толку от того, что вы поглощены Божьим Духом? Знаете, в чем толк? Что тюрьма исторгнет всегда, в любом случае, человека, который полон Духа Святого. Просто так же, как Иисус Христос, который умер безгрешным агнцем, который не сделал никакого греха, смерть не могла удержать. Смерть исторгла его и сказала, нет, мы здесь можем держать грешников, проклятых, убийц, насильников, но Дух Святой, который воскресил Иисуса Христа из мертвых, Он и нас воскресит. Аминь. Посмотрите, когда кит поглотил Иону. Другие случаи. Музыканты, можете уже выйти. Другие случаи, когда мы оказываемся поглощенными проклятием. И вот кит поглотил. И казалось бы, все, приехали, приплыли. Но, друзья, когда внутри просыпается Дух Святой, я считаю, что это поглощающее помазание, оно исторгнет тебя из любой бездны. Оно исторгнет тебя из любой глубины. И мы с вами увидим совершенно другие горизонты. Искусство быть поглощенным Богом. Сегодня оно так необходимо. Когда Моисей и Аарон пришли к фараону, и Господь сказал, им, что когда ты пойдешь к фараону, брось перед фараоном жезл. Причем Бог сказал Моисею, что когда фараон спросит, сделай чудо, ты должен сказать Аарону, брось жезл. Есть здесь большая мудрость командных взаимоотношений. Не Моисей бросил жезл, а Аарон бросил жезл. Потому что Моисей был поглощен Богом, а Аарон был поглощен этим помазанием, которое имел
Моисея. И у них было общее духовное пространство. Поэтому жезл Моисея и жезл Аарона — это была одна власть. Это было одно помазание. Амин. Вы знаете, исторгнуть израильский народ из египетского плена могли только люди, поглощенные огнем Божьим и Духом Святым. Мы сегодня говорим о пробуждении. Мы хотим, чтобы современный фараон отпустил народ. И Бог говорит: нет проблем, схема одинакова, схема та же. Для того, чтобы исторгнуть из пасти фараона народ Божий, мне нужны люди, которые бы согласились быть поглощенными моей силой и моим огнем. Амин. И вот они стояли. Перед этим были большие-большие репетиции возле тернового куста, где Моисей горел, где Моисей был захвачен Богом. И вот они бросили жезл. И когда бросил жезл Аарон, жезл превратился в змею. Жрецы рядом перед фараоном бросили жезл, и их жезлы превратились в змей. И на глазах у фараона и Божьих людей завязалась змеиная схватка. Как змеи шипят, как змеи сражаются. Это был змеиный клубок. Но, друзья, Аарон следил за своим жезлом. У него была своя окраска. Там была своя форма. И представляете, закончился поединок тем, что все эти змеи, змееныши, они все по очереди исчезли во внутренности этого большого змея, который был жезлом Аарона. Поглощение. Мы опять говорим о слове «поглощение». Если я поглощен Духом Святым, то я знаю, что моя проповедь поглотит сердца людей. Есть такая закономерность. Если я не поглощен этим откровением, мое слово будет поглощено кем-то другим. И фараон увидел свое банкротство. Фараон увидел, что он остается без духовной опоры. Что делать? Он обращается к последним своим опорам и говорит: все равно не отпущу. Друзья, каждое чудо, которое было сделано Божьими людьми, оно расшатывало эту систему. Оно расшатывало эту систему Египта. И Бог показывал беспомощность оккультизма. И вот вышел народ израильский из Египта. Давайте это последнее место мы прочитаем, и после этого будем молиться. И после этого будем молиться. Книга Исход. 7 глава. Книга Исход. Исход, 14 глава. И прочитаем. Прочитаем 19 стиха. Ситуация была жуткая. Израильский народ вышел из Египта. Впереди было Красное море. А здесь погоня. Что делать? Друзья, для людей, поглощенных Богом, для людей, поглощенным Духом Святым, не существует тупиков. Если даже этот тупик возникает, это очень короткое событие, которое завершится большой-большой победой.
И двинулся ангел Божий, шедший перед станом израильтян, и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их. И вошел в середину между станом египетским и между станом израильтян, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других. И не сблизились один с другими всю ночь. Простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море с сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушею, и расступились волны. И пошли сыны Израилевы среди моря по суше, и воды были им стеною по правую и по левую сторону. Погнались египтяне, и пошли за ними в середину моря все кони фараона, колесницы и всадники. И в утреннюю стражу воззрел Господь на стан египтян из столпа огненного и облачного, и привел в замешательство стан египтян, отнял колеса, так что они влекли их с трудом, и сказали египтяне: «Побежим от израильтян, потому что Господь поборает за них против египтян». Фараон не понял намека, когда жезл Аарона поглотил жезлы жрецов Египта. Это был уже конечный результат поединка. Если уже власть потеряна, то преследовать рискованно. И так, друзья, уже на другом уровне. Это власть фараона, власть оккультизма, власть египтян, она была, поглощалась на каждом шагу. Она поглощалась на каждом рубеже. И здесь уже египтяне доперли. Египтяне уже додумались, да, Бог поборает за евреев. И, вероятно, нам всем крышка. Но куда уже дальше уже тянуть, естественно. И сказал Господь Моисею: простри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы и на всадников. Простер Моисей руку свою на море, и к утру вода вернулась на место, а египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Господь египтян среди моря. Вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, вошедшими за ними в море, и не осталось ни одного. А сыны Израилевы прошли по суше среди моря, воды были им стеною по левую и правую сторону. Избавил Господь в день тот израильтян из рук египтян, и увидели израильтяне египтян мертвыми на берегу море. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялись народ, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его. Тогда Моисей и сыны Израиля воспели Господу песнь сию и говорили: «Пою Господу, ибо он высоко превознесся, коня и всадника его вергнул в море». Поглощающее помазание. У нас столько врагов, у нас столько неприятелей, и у нас сегодня в Латвии, в нашем городе, столько людей, которые так сильно хотят вернуть все на свои места, вернуть рабство, вернуть коммунистические времена, вернуть времена, когда церковь была в поношении, в презрении, в где-нибудь там проклятие. Но, друзья, если Бог начал эту работу, если Бог начал уже это движение, то одно только остается. Один выход был только у Моисея. Исполняться Духом Святым. Исполняться Духом Святым. Я знаю, что когда я исполняюсь Духом Святым, то слава Божья покроет моих врагов. И Бог явит славу свою на всех моих неприятелях. Воды моря, которые стояли стеною слева и справа и были защитой для меня, они поглотили тех, кто угрожал мне. У тебя и у меня сегодня столько неприятелей, столько людей, которые скрежещут зубами и говорят: я бы порвал их на части, я бы их убил и уничтожил, я бы их взорвал и просто
убрал их с лица земли. Я знаю один секрет. Я знаю один секрет защиты и ограды. Когда я исполняюсь Духом Святым, я могу быть уверен на все 100%, что насколько я поглощен Богом, настолько все мои враги будут поглощены позором и проклятием. Вы помните, когда Давид убежал к Самуилу, его преследовал Саул. Ну что еще остается делать, когда тебя преследуют, когда тебя ненавидят, когда тебя уничтожают? Что еще остается, друзья, как не бежать во святилище в присутствии нашего Господа? Господи, у нас только один выход. Ты, твердыня моего спасения, захвати меня. Потому что когда мы входим в Божье присутствие, мы видим совершенно другую картину. Мы видим другие обстоятельства. И Самуил, встретившись с Давидом, они там поклонялись Богу. Они стояли и говорили: Бог, ты велик. Все, что ты обещал, ты исполнишь. Если ты вывел нас из Египта, но не для того же, чтобы уничтожить нас где-то рядом, буквально возле стен Египта, чтобы все смеялись. Если, Бог, ты меня спас, ну не для того ли, чтобы я умер сейчас? Такого быть не может. Я поклоняюсь Тебе. Ты великий, всемогущий Бог. Ты посрамишь всех врагов. Ты выше всех богов. И когда ты поклоняешься Богу, что-то начинает проходить. Саул, его солдаты приходят в это помазание, приходят в это присутствие со своими жезлами. Но жезл Божий поглощает их власть, и они ничего не могут. Они приходят в церковь, они стоят в манеже, они смотрят на эти праздники, они ничего не верят, они не понимают, что происходит. А Бог пленяет их помышления в послушании Иисусу Христу. Они поднимают руки и вместе со всеми начинают говорить: когда сойдет на нас Дух Святой, когда сойдет на нас Дух Святой, когда сойдет на нас Дух Святой, мы примем все. Подожди, о чем я пою? Да потом поймешь. Когда сойдет на нас Дух Святой, когда сойдет на нас Дух Святой, когда сойдет на нас Дух Святой, мы примем силу. Саул говорит: да это уроды какие-то, послал я их. Пошлю-ка их настоящих арийцев с характером нордическим. А ну-ка идите, возьмите его. И у тех три жезла. Да вы можете этими жезлами утыкать себя, как ежики пьяные. Ползите сюда, и вас слава Божья тоже поглотит, и вы все поднимете руки, и в этом помазании вы будете пророчествовать вместе с народом Божьим. Когда сойдет на нас Дух Святой, когда сойдет на нас Дух Святой, когда сойдет на нас Дух Святой, мы примем силу. И когда Саул остался один и говорит: вообще, мне не везет с офицерами, мне не везет с солдатами, взял самый большой жезл и пошел туда, не успел дойти до этой кросс-лайн, не успел дойти до этой линии, поднял руки: когда сойдет на нас, а Давид стоит возле микрофона и стоит: Саул? И Саул во пророках. Амен, амен. Мы примем силу. Друзья мои, я не хочу развлекать. Я хотел просто сегодня дать один ценный совет. Давайте научимся отдаваться Духу Святому на 100%. Тогда Бог и всех наших врагов покорит нам на 100%. Настолько мы поглощены в Божьем благословении, настолько мы исторгнуты из проклятия. Давайте полюбим эту 100% отдачу и скажем: Бог, охвати меня. Научи меня отдаваться без остатка. Научи меня не религиозно молиться Тебе, любить Тебя и чувствовать Твою власть над собою. Аминь. Давайте закроем глаза и будем молиться, чтобы это слово растворилось. Драгоценный Дух Святой, мы хотим победить. Мы хотим, чтобы вся Латвия была захвачена Твоей славой, Твоей силой. Мы хотим, чтобы наши города были захвачены огнем. Мы хотим, чтобы славой Твоей была покрыта вся наша земля. Боже, Ты хочешь поглотить нас. Ты хочешь, чтобы все смертное было поглощено жизнью. О, Дух Святой, кемала мала бесомла,
Ламеремота мекомбре металья маребетая. Разбей, Господь, всякий контроль. Разбей, Господь, всякие лимиты. Разбей, Господь, всякие ограничения. Мы хотим знать Тебя. Мы хотим сделать еще 1000 локтей. Мы хотим, чтобы этот поток захватил нас. Самале макемале бидурбили дурблики дарабрея. Эрмале брабле шамале бегуле браталаре бетаравре тара. Шемале брабле гедеребле теребле терегле терабле шталал брабле гудрибе даларе браталария. Кумаре брабле сабрабле турбле теребле шалабре гедеребле даларья. Поглощающее помазание. Пусть оно захватит. Пусть оно охватит, пронизает нас. О, Дух Святой, кер металамара металария. Эра мама баба бара 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 туру бара туру бара 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 штала. Эра мала бара 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 са бара бара туру бара 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 тала бара тала бара бара таларья. Але мура медо бресо мала бара бара тула гидри бара таларья блетерия. Шема ла бара 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 кудри бара тала бара бедула гидри бара лор бара талари бар штадария. Гейла масам бара бара бошала. Кола мере бара шатса тала бара уло чатерия. Hey, la mare messo per le lebre per lo santi ora la brassa talaria. E la masanda, e la masanda, e la masanda la la masha baba baba ma la le brughe delle lebre delle lebre. E la masha le lebre per lo stade le lebre per lo tora blaca talaria bla talaria. Alleluia ma coria mandira la marmezza la la bredeste re 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 re. Kula la mere blushte re 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 la bra mala le re 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 blushta mala gira la bra dala. E la masha dala riamataya. Подними руки и постарайся войти в этот поток. Постарайся углубиться в этот поток. Закрой глаза. Поток захватывает тебя. Погружайся в этот поток. Э раман джага бада. О рамешка марабата ла бра дала. Ora mes tu male mare to cavolia marata la talaya. Cura mes tu male la mosta la macu male tu male la mara la talaya. Era mara bre 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 Gora bla 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 shtagle ya la bla 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 bla. Koma bla 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 shtagla bla 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 bla. Tuma la masam tuma le le le. Kula Maria mashtela mere masuma le le le. Ora me la bamra mano basombe. Ala mala blosina lesta manale. Fanya samulosta. Hermano Maramona Lesta, Hermana Lemurina Nosita Matola Masatala, Kuramina Lera, Hermana Larina, Hermana Larina, Lala Messuma Lessa Malale, Uramina Lessa Murale Lore, Ayamara Mante, hey, 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 Shimale, shumale brama shor, ora mina lista, ora mina lista, ora mina lista, mino la mure galero lista, la la la. Aramana la maram loche dala la braga dala la braga la. Ira bara bara tole regle tere re 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 re. Era macia bara la re re. Ay 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 ay. Era manale. Ora me chule ora me betere de kalerale ira masho ale amor me sumale da mare da 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 yeah yeah ush krame na la palma na la Kuramela le rumacha bratalaya matalaya. Hey, hey, hey.
Аллилуйя. Соедините руки, давайте друг друга. Возьмем еще кого-то и пойдем в Божье присутствие. Возьмем еще кого-то и возьмем в Божье присутствие. Начинаем молиться из глубины. Клей, саморидей, алеморей, фраминалеро, маштелелелей. Арменур бласатая, арменалемор месуталалей. И алеморе масеталалабраталалалей. Дух Святой. О! Дух Святой. Облеки нас силой Твоей. Охвати нас и поглоти нас. Пусть все смертное будет поглощено жизнью. О, мы хотим видеть Латвию, которая будет охвачена славой Твоей. Мы хотим видеть города, горящие огнем, охваченные Твоей силой. Но прежде захвати нас! Но прежде окружи нас! Лей! 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 Ламес, блема, сумарю, мария, сара! Кималамбра, басатамбра, галабра, таларья, влешнери! Кеманом блесатолия, кемамо баба сепромателера, гембала боста бестуге патая. Пусть никто не остановится, пусть никто не вернется назад, Боже, дай нам пройти еще 1000 локтей. Пусть это труднее, пусть это сложнее, но Ты даешь силу преодолевать это сопротивление. О, лей, сама тая. О, Дух Святой, напои меня живой водой. Я шамулеста, я
Такое чудесное. Научи нас отдаваться тебе. Разрушь всякий контроль. Разрушь всякий страх. Научи нас получать удовольствие и наслаждение от молитвы. Пусть молитва не будет каторгой. Пусть молитва будет любовным наслаждением с тобой. Дай нам вкусить, как ты благ, Дух Святой. Пусть церковь переживет это счастье. Пусть каждый из нас переживет это великое счастье твоей близости. Glory, glory, glory. Славим Тебя, мы поклоняемся Тебе. Поглощающее помазание, не оставляй нас. Поглощающее помазание, не оставляй нас. Поглоти нас. Все сферы нашей жизни. Все сферы нашей жизни. Поглоти нас. Охвати нас. Дух Святой. Аллилуйя. Аллилуйя. Ке мама масато. Ке мама сато поплекате. Ке малобо сачакре. Дух Святой, Дух Святой, поведи нас в глубину. Дух Святой, открывай нам просторы, открывай нам горизонты. Отдай нам вкусить славу Твою. О, пусть молитва придет. Молитва, которая уносит нас в глубину и на высоту. Боже, стань для нас ближе, стань для нас роднее. О, Боже, стань для нас понятнее. Пусть расцветут наши жезлы. Пусть они действуют, пусть они поглощают всякое проклятие. Но прежде, Боже, поглоти нас. Охвати нас. О, Рамиша, кена на намасандера на бретая. Аллилуйя. 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 Пусть Бог поможет нам пройти дальше. Тех границ, которые мы сами себе отмерили. Бог беспределен. И то, что мы сегодня знаем, по сравнению с тем, что мы еще не знаем, это капля в море. Все, что мы видели, по сравнению с тем, что Бог еще обещает нам открыть, это ничто. И те переживания в Духе Святом, которые мы с вами переживали, по сравнению с теми ощущениями, которые Бог приготовил, это детский сад. Бог, веди нас дальше. Братья и сестры, не оскорбляйте Духа Святого. И когда Дух Святой стучится нежно и говорит, пойдем, давайте согласимся идти с Ним. Пусть их будет двое. Пусть они согласятся. Пусть они сойдутся в одном. Пусть в нашей жизни исход будет реален. Пусть в нашей жизни исход будет неизбежен.
исход из нашего проклятия, из нашего мелководья, из нашего красивого религиозного мирка, туда, где океан, туда, где нет берегов, в глубины Бога. Пусть эти глубины станут для нас манящими, зовущими. Пусть эти глубины Божьи не дают нам покоя. Пусть этот магнетизм Божий будет ощутим нами каждый день, каждое мгновение. В просторы вечные Твои, Боже, Боже. Пусть это поглощающее помазание никогда не оставит нас. Пусть всякое проклятие исторгнет нас. Пусть болезни исторгнут нас. Пусть грех исторгнет нас. И пусть Твоя слава поглотит нас. О, Боже, Боже, дай нам перешагнуть этот Рубикон. Дай нам увидеть славу Твою, вкусить ее и понести эту славу далеко, до краев земли. Боже, Боже, пусть имя Твое прославится, пусть имя Твое возвеличится. Дай нам пройти еще 1000 локтей, и пусть поток захватит нас и несет. Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа. И все сказали «Амен». Если Господь прикоснулся к тебе в этот вечер, поблагодари Его за это. Thank you.